Другой вопрос в Думе. Фракция ЛДПР намерена поручить Комитету Госдумы сформировать так называемый патриотический стоп-лист. В него войдут нежелательные иностранные организации, которые, по мнению депутатов, действуют против России на нашей же территории. Как их выявить, объяснил Владимир Жириновский. Как их определить? Связаны с Госдепом, связаны с какими-то государственными структурами США. Как определить, что это агрессивная организация? Зовут туда бесплатно. Приезжай, поучиться, семинар. Все. Вот и началась подготовка агентов влияния здесь. На халяву. Поехать, что не поехать. Или здесь организуют разного рода клубы, мероприятия.